Ну, дуй. Ух, такой маленький, прям в папу полетел. Фоткай, фоткай. Я снимаю, на камеру снимаю. Вот пузырь. Нажимай. Опа. Ай, сам улетел пузырь. А, в папу прям полетел. Все в папу. В лицо прям папе. Давай, давай. Пускай на папу. Я пойду поздороваюсь сейчас, подожди. О, начинается. Только побыстрее, пожалуйста, ненадолго. Дима, 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 сюда иди. Я тебя снимаю, не уходи. Давай, аккуратно держи. Ну, с друзьями своими, давай. Дима. Да, милиция, давай. Давай, дуй. Ой, прям на меня все полетело. Нравится? А, мусор забираем. Ждем нас деньгам, одуванчик. С днем победы, какой день рождения. Устал ребенок, да, не надо в рот его там сломать. Устал Дима, да? Вот устал? Дима маленький, вот он маленький. Не наступай мне на ногу, ради бога. Ляг нормально, ляг. Ох, блин, неудобно мне. Неудобно. Да нет, муравьишка, он тут побежал. Папа, ты ешь. Девушка, почти няшку съел. Ешь. А это зима? Зима? Вкусняшка, ем тоже. Тоже вкусняшка, все вкусно? Жуется хорошо, такой прям хлеб обалденный, да? Вкусный. А я все время думала, почему мне нравится голубое сочетание с белым? Оно, оказывается, вот оно почему. Вот оно почему. Смотрите, сколько тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять домов. Смотрите, какие красивые. Вот тут уже дома большие. Ох, какой дом нашли красивый. Красивый. А там вон закрытая площадка. А вообще-то открытая, Жень. Вообще-то открытая вон. С другой стороны. А какая. Машинка, смотрите, какая голубенькая. А? Просто дом? Как тут тихо. Там постоянно байкеры едут. На таких мотоциклах. А здесь так. Хотя нет, если едет машина, то едет шумно. Но все равно. Вон там вообще какой-то кусок здания. Никто его даже не чистил. Вот такие старые дома. Сейчас посмотрим, что там находится за этим домом. Такое ощущение, как будто, знаете, я попала куда-то на окраину города. Ну вот, судя по тому, по тем подтекшим местам. Ну, здесь вот даже. Тихо, как тихо, классно тут. А вон там перекрыто. Забор вроде. Слушай, центр города. А как тихо. О, смотри, как тихо. А тут что? Психолог. До площади Куйбышева совсем чуть-чуть осталось. Концерт послушаем и вернемся. Ну, пойдем. Я устала. С праздником Великой Победы. Школа 81. Ба, это школа, смотри. Ты же сам с нами хотел гулять. Ты же хотел гулять. Что дом не остался? Дом бы остался, бы сидел. Ну, какой дома, а какие красивые.
Да. Все, ждем 9 мая праздника. Этих салюта. Ходим, в кафешечке побыли. Выключили мой любимый фонтан. Надо было на фонтан сначала идти. Ну, Дима уже весь уставший. Что-то наверх там смотришь. Ух ты, какие нарядные все. Детки. Все. Там такой закат вообще. Там солнышко за горку спать отправляется. Дима уже уставший, уже как секильда. Да? Здесь вот красивые очень. Здесь дома, кстати, очень красивые. Такие балконы, мне прям нравятся. У них напротив вот здесь находится морг. По-моему, не помню, то ли вот это здание, то ли то. Там трубы. А, слушай, там трубы, это у нас же получается это. ГРЭС там, а, ГРЭС там, и там у нас Самара, Жигулевский пивзавод у нас там. А, как красиво там, смотрите, шикарно. Какая красота, красная, 9 мая сегодня у нас, красная прямо. Сейчас она закатится, и она будет темнеть уже скоро. Красота какая. Много годов? Ну, много лет, наверное, здесь было. Здесь какой пейзаж открывается, он красивый. Какие штуки. Тут какой вот красивый закат, какая красота. Идем, идем мы по улице, смотрите, как красиво. Вот эта вот улица, такое ощущение, как будто попадаешь реально за границу. Вот здесь вот дома новые, вон там зеркальные дальше. Господи, я думала, это с музычкой. Кто-то там. Здесь вот там вот дальше тоже такое вот здание, как будто вот что-то такое интересное. Такая улица, и дальше новые дома, дома новые, они такие красивые, такие классные, так их у нас больше в Самаре нигде нету. А, там уже милиция, а, не пускают, поэтому у нас пробки. Поэтому пробки у нас. Ну, какая красота. Там дальше новые дома. Там дальше площадь Куйбышева, куда мы идем. А, там можно посередине идти. Прям дороги. Супер. Класс. Большая машина. Закат. Красный-красный закат. Шикарный. Все-таки не зря мы дождались до самого вечера. Мы ждем салют. Идем сейчас на площадь. Волнами, да? Такими. Красивыми. Короче, нас не пустили из-за 1,5-литровой бутылки воды. Ну, оставлять в образце, все равно пить захочется, пока гуляем. Не стали, решили обойти с этой стороны. Подвиг, смотри. В принципе, там не особо прям интересно что-то. Ну, так советские, по-моему, песни и какие-нибудь еще группы. Что ж такое? Народ сколько? Много. Все идут и идут и идут. Пожарные даже.
ТВ Россия. Радио. Ну да, все слышно, только не видно кто. Ну и там, в принципе, не особо тоже будет видно. Ну, что-то было похоже на группу. Блин, вспомнить не могу. Лесник-то, помнишь, группа была? Это пели, Лесник. Как она называется? Король и Шут? Король и Шут, да. Да, вот, Король и Шут был похож. Как будто у них тоже такие же песни, но есть и другие тоже, кстати. О, зебра. Зебра, смотри, зебра. Вон, зебра. Красавец, давай сюда под пятюник. Давай пять под пятюник. Да, опа. Идешь, фоткаться будешь? Фоткаться будешь? Фоткаться, а, давай. Что я еще нажал? Давай. Ну что, собираюсь танцевать, что ли? Давай попьем. Какую-то идем улочку. Здесь костел. Мы, кстати, недавно с вами здесь были. Ходили в него, заходили, смотрели. Здесь вот сквер. А как сквер называется, Жень? Забыл? Ну вот. Я думала, ты все знаешь, все помнишь. А, да-да, Аксаковых. Да. А помнишь, я пальчик приезжаю? Угу. По осени? Ну да, там посидеть есть где. Там опять мигалки. Тишина была, так хорошо было. Давай еще раз при мне. А вот тут, кстати, вот это вот здание, которое сейчас находится напротив, прям вас, это детская стоматология. Та самая стоматология, где меня прям в детстве жестоко напугали. Я очень сильно боялась всех стоматологов очень долго. Но зубы плохие мне не из-за этого. Ой, как мигает, смотри, как мигает она. Да? Ярко, прям аж везде, да? Аж даже вот тут отражается везде. Сеня. А я думала, здесь уже этот сад, не ботанический, а как его? Струковский, я думала. Видишь, как мигает? Чтоб издалека было заметно, что милиция. Чтоб никто не нарушал права чужих людей. А вот тут, по-моему, музыкальная школа. Ну, была раньше, по крайней мере. Я помню, как барабаны здесь играли. Моделька? А, там что-то это. Там, помню, на барабанах играли. Я так мечтала тоже научиться на чем-нибудь играть, на пианино или барабанах. Мне очень нравилось. Но мне не отдавали, говорили, что не нужно тебе это. Как-то так. Короче, гуляем по ночному городу. Мусор кипятком все. Да, кстати, у нас уже время 9 часов, да. 9 часов уже. Дима спит обычно в это время. Да, а он еще гуляет. Интересно, даже до скольки завтра у меня ребенок доспит. А, да-да-да, здесь такое здание красивое, очень, очень такой интересной архитектуры. Его хорошо рисовать. Такое необычное. Здесь пушки. Вот смотри, из таких пушек будут стрелять салют, Дим. Смотри поближе. Чтобы не пугайся сегодня. Ну, сегодня мы, надеюсь, будем подальше, он не испугается. Смотри, чтобы голова у тебя там не застряла. А то останешься здесь. Мы уйдем, а ты будешь тут. Да, я буду пугаться. Ну, надеюсь, что не будешь. Вон, видишь, милиция везде ездит, патрулирует. Тут какой театр шикарный, смотрите. Вон полицейские идут, Дим, смотри. И вон еще один. А где-то здесь бункер Сталина. Вон там... А мы не знаем, да, где? А где-то здесь, кстати, ведь, да. Надо с экскурсией с какой-то. Надо отсюда сфоткаться, подожди. Может быть, вот там. Какой? Народу сколько? О, сколько там народу. Народу. Высоко, да.
Народ там даже пикник устраивают. В кустиках там темно-темно там. Сколько людей. Да. Мама там идет. Чего? Под ноги смотри. Сейчас будет салют. Да, да, да. Все, видишь, идут вниз, поближе, чтобы салют увидеть. А мы подальше, наверх, чтобы тебя не испугать салютом. О, весь народ идет. Все вниз идут. О, все с концерта идут, видимо. А нас не пустили. С бутылкой. Все перепились, наверное. Пьяные все. У народу сколько, там даже не пойдешь. А концерт все продолжается. Наконец-то дождались салюта. Свет уже изменился. Сейчас будет салют, наверное. Пушки уже стреляли. Пушки стреляют, а ну, должен быть вообще-то видно салют. Народ уже пошел. Все, не пойму. А, он вообще за домом, нифига себе. А что не пойму, а почему его здесь ждали? А почему он там, я не пойму? Почему не на Волге-то? Почему там-то, не пойму? Что такое? Ну офигеть, блин, 9 мая. А салют за зданием. Зря ждали мы, конечно. Ждали. Еще салют вообще неизвестно где. За Белый дом его спрятали. Салют. Все, что ли, он закончился уже? А где его там? Все? А, вон. Давай здесь. Давай здесь. Все? Вот и салют. За Белый дом спрятался, да? Не пойду больше. Народу полно. Сколько людей. Целый час ждали. И пускают его, не пойми где. Вообще. Как так можно? Смотри, тут дом мешает. Фонарь этот мешает. Мусор, это же не шарики. Да. Не особо видно. Церковь там вон. Гремит, гремит, вся гремит. Поет, поет, поет. Церковь красиво поет. Тут салют. В городе.
Тут у нас цирк сразу. Около цирка народ собрался. Да, салют, все. Что-то как-то в городе не то. О, смотри, Дим, красивые сердечки были. Ну, там какой-то пьяного ловит.